Здравствуйте! В эфире прогноз погоды в студии Наталья Иванова. Спонсор прогноза погоды – магазин кожи и меха «Лиза Грант». В честь своего дня рождения дарим скидки до 60% и подарки всем! В честь дня рождения «Лиза Грант» только до 31 октября. Дубленки и пуховики от 9000, норковые шубки от 35. ТЦ «Малина», второй этаж. Понедельник, 23 октября, в Нижнем Тагиле ожидается пасмурная погода. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем минус 1, плюс 1 градус, ночью минус 4,5. Далее прогноз погоды на ближайшие дни. С вами была Наталья Иванова. До встречи!